Так. Сегодня к нам приехал Тони Старк. Ну, посмотрим, что у нас здесь такого будет. Много каких-то тут разных аксессуаров у него. Так, пойдем пока отставим. О, это щит. Такой прозрачный, полностью здесь вот целиковый. Турбины задние, закрылки, да, вот они открываются здесь. Прорисованы, кстати, вот эти вот светящиеся золотые части, светящаяся энергия здесь у него. Так, руки запасные. Тони. Какой-то вот у него типа меч. Энергетический, походу. Дальше шлем железного человека. Как же без него? Сразу соберем. Вот здесь защелкивается. И хорошо, что она открывается. Держится, фиксируется до щелчка. Так, что у нас здесь? Такой вот костюм прикольный, здесь блестящий. Вот, когда играешь, там летишь или еще что-то бликует. Вот, защита. Здесь тоже блестящий, как получается, хромированный. Этот реактор, который у него стоит. Суровый взгляд. Ну, что, руки тоже вот прорисованы, все доспехи. Сейчас соберем, посмотрим, что у нас здесь получится. Кстати, кажется, что аксессуаров много, а реально, когда ты его собираешь, получается просто такой заряженный Тони Старк. То есть все аксессуары, ну то есть лишних не остается, все они крепятся к нему. Так, рука есть, вторая. Так, здесь получается одевается ему вот эти вот закрылки. Можно играть, летать и так далее. Шлем. Так, заряжена. Ну, немножко такая большая, может, голова получается. Так. Руки. Здесь у него электрический этот меч или какой-то резак. А тут у него защита получается. Оп, вот такой вот он получается. Прикольно, будто вот он сделал реально прозрачный щит из энергии. Выглядит очень достойная игрушечка. Так, сейчас попробуем открыть лицо, чтобы было видно. Хотя можно и... Вот так вот. И ставим. Вот такой вот получается Тони Старк. Здесь защита. Весь блестит. И вот так вот.